Ну что ж, давай дальше попробуем здесь что-нибудь поделать. Так. У меня есть, это все есть. Так, выполняется. Выбрать ранг бога. Воплощение бога, что ли, надо включить? Я что-то не понял. А, это воплощение божества. И помогу тут так вот стрелять. Можешь пропустить дальнейшее обучение, ты получишь 60 уровень, снаряжение путешествия, суд небесного огня, наковальня. Новым заданием и ивентом. Если я пропущу все и поднимусь до 60-го, смысл мне от этого? Что за параметры ты? А, мы тут еще качаем, смотри, положение. Ну, дух-то по-любому нужен. Так, и мне вообще-то интеллект нужен, и вот сила вот так. Нормально. А мы можем у него... Обучение не хочу. Так, путешествие выполняется. Неполеон Доры. Ах. Я жена короля Марс, вместе мы прошли через великое сражение с демонами, ну и с другими. Любовь и страдания, силы и славы, открыть тебе тайны Элизиума, сможешь ли ты их принять? Да идите, блин. А мясо драгоящера мне просто нужного. И что? Вот что мы тут застряли? Ну давай к этому нипу драгоящеров поищем. Нельзя ни в одной игре убивать начальный этап прохождения фарма игры. Здесь его убили. Быть как баран 60 уровня, зачем мне это, если мне интересно из азов игру понять. Но я чувствую, здесь этого не будет. Там проблема. То есть, да, похоронили игру. Мозгов, как у котят. Ладно, давай я спешусь. Японская блоха. Где тебе сейчас дорогие ящеров буду тут искать? Но я вижу, что вот дорогая ящер вроде стоит. Да нет. Это свои. Странный гриб. Исследование. Где я тут вообще?
Я знаю, что я в Пандоре. Дорогая яща, а почему я не могу к ним пойти? Ой, как их много, как хорошо-то. Так, давай проверяем. Да, говно я. То есть от этих навыков можно уже избавиться смело. Да как минимум. Я правильно понял? Насчет перезарядки вообще ничего не понятно. Так. Угу. Это главный навык, я понял. Угу. Не автоматом колду. Давай-ка я вот так вот сделаю. Как мне вообще вот это получить? Потому что оно бесполезно. Yeah.
Камень усиления. Средняя земля маны только одно. Да уж, сегодня что-то мне, мягко сказать, поснимать не дают, достали. Мясо драго ящера я принесу, иначе добежал. Эльфийская пыльца. Где же я тебя найду сейчас? Даже, блин, ускорения нету. Какого года эта игра, да я посмотрю. Ну, 2020 года. Что-то я очень сомневаюсь. Тут игра именно этого года. В принципе, да, народ, я такое закончу. Обзор, в принципе, я уже могу составить, но мне не очень нравится, если честно. Какая-то она вялая. Я вообще-то не за этим шел. Мне нужна была пыльца. Наверное, вот за этими надо. Держимое пикси. Факт. Все. Кто?
Я нашел-то яйцо, подожди. Ну и чегось? И спрашивает, чегось, нахренась? Хорошо. Яйцо исчезло. Почему? Пикси. Ладно, давай замолим ее. Судя по урону, это она меня тут замолит. Не, девонька, иди отдыхай. Нам с тобой не по пути. Слушай, ни звуков природы, ничего. Вот еще одно яйцо дракона. Попробуем завалить. Погоди, я думал, если дракончика здесь приобрету. А здесь это всего лишь такая лажа. Ну-ка. Это называется мастерство, да? Очень странно как-то это тут все. А что это пропало у меня тут? Ну, как-то божество тут ненадолго действует, я тебе скажу. Ну, я думаю, как-то красивее будет. Не, слушай, игра это походу, ну это в любом случае, она не такого года, который пишут. Сделано, конечно, неплохо, но я думал, тут будет вообще звездец. Так я почитаю, какого же это игра года-то реально. Ну, короче, народ, это аж 2011 года игра, но 2011 года хорошая игра, я честно сказать могу. Отличная просто. Но есть еще вторая часть, но это, правда, мобильная. Блин. Надо будет подумать.
Возможно, попробую мобильную версию запиндюрить и посмотреть, что там такое. На этом, в принципе, я закончу сезон. По игре я могу сделать полноценный обзор, но для нынешнего времени, к сожалению, я должен сказать, что игра, ну... Ни рыб, ни мяс. Она довольно медленная. Это раз. Во-вторых, здесь проблемы со звуками. Могли бы подкорректировать картинку. Делать спецэффекты. Ну, что это тогда? Здесь с этой игры можно было превратить все, что угодно. Но вот забили на нее болт. К сожалению. Но потенциал у игры есть. Поиграть, в принципе, можно. Кто хочет поностальгировать. Но она какая-то уж больно медлительная. Но по сравнению с другими играми, которые я играю нынешнего времени. Ну, никуда не катит. На этом все. Всем удачи. Всем пока. К сожалению, игра устарела и не обновляется. Это мой вердикт.